Дорогие северодвинцы, я от души поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. В первые дни года каждый стремится провести праздники в кругу своей семьи. Кто-то отправится на дачу, кто-то в путешествие, кто-то на рыбалку. Многие проведут праздники под звуки фейерверка. Каждому, а в особенности сотрудникам экстренных оперативных служб, аварийно-диспетчерских служб, желаю от души радостно провести праздник и спокойных будней. Искренне желаю всем здоровья, мира, благополучия. Берегите себя и своих близких. Дорогие северодвинцы, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. От лица всех работников сферы городского хозяйства я желаю каждому жителю комфортного и спокойного года. А мы сделаем все, чтобы наш любимый город становился краше и уютнее. Тепла и света вашим домам, добра и благополучия семьям. Пусть 2017 год принесет вам только удачу, любовь, благополучие, счастье, добра, долголетия в здравии.